Всем привет! Однажды я снимала обзор в ленте, да, показывала вам полочки с косметикой, вам понравилось, и поэтому сегодня я буду показывать полочки в магазине «Подружка». Извините за лишний шум, просто здесь идут разговоры. Погнали! Эссенс. Ух, какие расчесочки милые. Эссенс достаточно классная косметика. Палетка теней для век. Вот такая вот мозаик блаш. Реснички. Классно. Пойдемте дальше. Открыточки. Желаем 36,6 40 градусов. Что-то непонятное. Вот это достаточно интересно. Какие-то сережечки. Ну, пойдемте к уходовой. Собственно говоря, я больше люблю стенды с уходовой косметикой. А здесь у нас представлены корейские бренды, японские. Посмотрим. Кажется, все по-старому. Угу, что это такое? Эмульсия для лица с маслом чайного дерева. 140 мл, 795 стоит. Так, масочки по 169. Так, вот такой у меня крем есть. Дневной. Выгодная цена. Кстати, здесь появились витамины. Пивные дрожжи. Смотрите. Класс, да? Приводная татуировка для тела. Такие вот веселые. А также накладные ногти. Деко. Хороший набор за 363 рубля. Пустые тюбики. Массажеры для лица. Косметички. Классная. Здесь прям был намек, набег на Орли. Сейл. По 100 рублей сейчас под пинка. Вот такие вот двойные лаки. Море расчесок. Все крайне милые. Вот это 345 рублей. У нее деревянная основа. Вот такая вот маленькая за 265. Довольно милая. Тоже деревянная. Но король расчесок здесь сейл. Расческа в виде ангела. Смотрите, а вот тут плюшевая основа. Класс. Вот Angel Teaser. Нет, это Lady Pink. Вот это топовая расчесочка с этой стороны. Вот так вот. Большое сердечко. Вообще все расчески достаточно милые. Просто класс. Я вообще люблю расчески, на самом деле. Вот эти вот тоже в виде ракушки. И вот такая мне очень прям нравится. Сколько такая стоит? 295. Очень классная, посмотрите. А это рай масок. Акция. Вот эти довольно-таки милые. Ну, именно по дизайну. Порс. С лошадиным жиром. Лапки. Вот уже новинки такого не было. Чего-то только нету. Слушайте, класс. А это мой наилюбимейший отдел, потому что здесь все-все для волос. Вот такой сухой шампунь. Я, кстати, активно сейчас использую, неожиданно для себя.
смотрите, как это мило. Такая вот рожица. Но одновременно страшно немного. А что это? Сухая пенка для лица, для жирной кожи. Интересно. Вот такая крем-краска для волос появилась. Видите, какие цвета интересные. И стоимость тоже хорошая. Акция проходит вот на этот бренд. Упаковки такие холодные, аж как будто вот только из холодильника. Это маски. Я думала, кондиционеры. Вот тоже. Гели для душа принесли, и теперь они вот здесь находятся. Но прежде чем их вам показать поближе, хотелось бы обратить внимание на вот такой шампунь для волос сухой. Еще не видела. А вот эти маски сейчас активно рекламируют. Кокосовый баланс, тоже новиночка. А вот и гели Body Wash Toms. Классный вообще дизайн сделали у Tutti Frutti. Масло для тела, что-то новенькое. О, на масло для душа давненько их не приобретала. Сейчас идет скидочка. Жидкое лезвие, такое вообще первый раз вижу. Ну а на этом мой ролик заканчивается. Кроме того, там сейчас были карты, по которым можно было что-то выиграть. Что конкретно я выиграла, какие у меня покупки, вы увидите в следующем ролике. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в следующем ролике. Всем пока!